В Уфе прошел благотворительный спектакль «Свахи». Участие в нем приняли представители и известные люди города, а также предприниматели. Сборы от постановки пошли на приобретение музыкальных инструментов и спортивной амуниции для 37 одаренных детей Уфы. Спектакль состоялся на сцене Конгресс-холла, и несмотря на то, что играли непрофессиональные артисты, в зале собрались более 700 человек. Постановка «Сваха» включает в себя две пьесы «Женитьба Гоголя» и «Ханума Цигарелли». Руководители и владельцы уфимских компаний готовились к спектаклю два месяца. Зрители аплодировали стоя. В начале спектакля, посмотрев видеоролик, расплакалась, расстроилась. Думаю, сейчас не смогу сыграть. Но потом взяла себя в руки, все получилось. Это действительно очень уникальный проект. Всегда тронута этой идеей. И со своей стороны делаю все возможное, чтобы ее воплотить. Я признательна Максиму, Лене Козиным за то, что они вообще такой проект осуществляют. Сразу после постановки талантливые дети Уфы получили подарки, музыкальные инструменты и экипировку для занятия спортом. Благотворительный спектакль «Свахи» в Уфе состоялся в рамках федерального проекта «Знаменитости детям». У нас критерии следующие были. То есть мы смотрели, спрашивали, кто является победителями, постоянными первое и второе места занимает в региональных, в российских соревнованиях, фестивалях, конкурсах. Дальше мы смотрели, кто воспитывается в не очень обеспеченных семьях и спрашивали, что нужно для того, чтобы талант ребенка продолжал развиваться. Вот таким образом сформировался этот список. Всего по России помощь получили почти 800 талантливых детей из малообеспеченных семей. В Уфе благотворительный спектакль «Знаменитости детям» прошел второй раз. В прошлом году на сцене театра оперы и балета местные бизнесмены и руководители отыграли постановку «Не может быть».